находят брошенной техники нацистской. Его неизвестно, брошено, не брошено. Чудо военной техники, которая вчера еще была целая. Там все сгорело, зачем? Там дальше. Целый дальше? Ну это понятно, весь обгорел. Выскочил бы его где-нибудь поломаешь. Просто лежат мины раскиданы. Бросало взрывом. Экскаватор брошен. Подходим к месту. УАЗик. Танк. А то этих нету никого? А? В руинах. Никого. Ну вот уже первая техника добыта нашей разведгруппы. Смотри. Убежали, они тут ждали. Это подставка. Необычного типа. Не целый? Забрать ее нахуй. Если нормально, если что. Это звуковое там. Нормальная оптика, забираем. Оптика, но... Это повертели, бросили. Там еще какая-то не то станк оптика, что ли? Пойдем посмотрим. Сейчас идем. Где тут игрушки? Игрушки, игрушки мы любим. Игрушки есть. Ага. Нахрена они там лежат? Это пусто. Ничего полезного в хозяйстве нет. Брошенная машинка. А парни отошли от танка. Остался один. Николаша. О, вы только аккуратненько, братик. Ты что, можешь заводить это? Иду, 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 ребята. Что там в окопчиках? Противотанковый. Тур? Тур. Турчик. Давай, вот так. Аккуратнее только, что ты его посмотри. Сейчас джип.
расстреляны полностью. Пошел, конечно, разведка. Вот, завелись. Красавчики. Еще в Азии пытаются. Ай, молодцы. Ну давай, давай, родной. Наверное, деревня. Пригнали, не глядя. Да, самый главный красавец, Лёха. Вот этому, блядь, спецу, который завёл. Сказал, так и сделаем. Так что, хату? У пропаски. А какая, блядь? Остёрли уже, наклейки там. Мы быстрым. Там БМПшка еще. Надо ехать на машине, надо забирать спокойно. Еще Урал. БМПшка Урал. А пулеметик работает? Нет. А мы сделали сегодня. Так. Давай водку. А? Да не надо, не надо. Перуну. Ну давай, Перуне! Я нагоню машину. Давай, отъеду. Давай, давай. Вот на избушку заезжает наш первый танк. Для счастья надо, всего танк. У гроба погнать.